Уважаемый Илья Никифорович Игнатов, поздравляю вас с Днем Победы. Уважаемая Елена Николаевна Ванина, поздравляем вас с самым значимым праздником нашей страны – Днем Победы. Уважаемый Анатолий Филиппович Коваленко, от души поздравляю с 75-летием Победы. День Победы особый, священный праздник. Это день нашей национальной славы. Это символ стойкости и мужества. Проходят десятилетия, сменяются поколения. Но Великая Победа всегда остается в наших сердцах. Огромное спасибо за вашу храбрость, мужество и отвагу. От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась нам эта победа. Мы не устанем благодарить вас и желать радости, благополучия, долголетия. Будьте здоровы и крепки. Вы подарили нам будущее на свободной земле. Я понимаю, что сейчас вас уже именно фронтовиков осталось малое количество, но вы выдержали все невзгоды войны, все невзгоды жизни и дошли до наших дней и пришли к нам, мы с вами. Это уже уникальный случай, что мы сейчас вас видим. Желаю вам, чтобы и закалка вам помогла, и ваши близкие вас уважали и понимали, и окружили добротой, теплом, заботой. Долгих лет с нами жизни и с победой в Великой Отечественной войне.